острые, как соус чили. Новости в речитативе о России, о мире. Dino MC, ST, куплеты стелят в стиле. Читай между строк, и мы уже в эфире. Сильно злорадствуют враги проклятого госдепа. Так, мол, им и надо. Этим американцам достали всех своей демократией и рэпом, что даже сама природа им не оставляет шансов. Этот враг коварней Сирии и Ирана. С ним не помогут ни резолюции, ни угрозы. С августа по октябрь тропические ураганы для США становятся проблемой самой серьезной. Все помнят Катрину и Новый Орлеан. Катастрофические разрушения, волны и ветер не успокоятся никак. Мировой океан и новый ураган они назвали Сэнди. Акулы на улицах Нью-Йорка, затопленный Манхэттен и станции метро приостановлена предвыборная гонка. Все это очень страшно и совсем не смешно. Вспомнили про Нибиру и календарь мая. Многие напуганы и реально боятся. Даже великого Ктулху не забывают. А впереди еще декабрь 2012. Пролетело лето, и вот октябрь 2012. Люди не верят в конец света и не верят агитации. Понимают, каждый старается понравиться. Не понимают, куда страна с ними катится. Ораторы от партии ругали друг друга в дебатах за то, что говорят неправду, не знают, как правильно надо управлять страной и какие нужны законы. Обещали обещания свои исполнить безусловно. Во всех бедах обвиняли оппонента. В рекламе по ТВ ругали партии конкретные. Народ устал от этих батарей. Баталии, поэтому из 100 проголосовали только 57%. И никаких систематических фальсификаций и нарушений практически не подкопаться. Утверждают наблюдатели, в результате побеждает партия региона, кстати. За ними батьковщина, свобода, коммунисты, удар Кличко. Такова воля украинцев. Кто-то хихикает, кто-то соболезнует, но выборы прошли мимо Ющенко и Королевской. Свободе не пророчили процентов даже 5, но результат помог улучшить оранжевый электорат. С ударом интрига только начинается. Дима ушел от Вити и в Раде укрепляется. А если честно, тут много непонятного. Зачем нацелились все вдруг в Верховную Раду? А ведь после пары последних изменений в Конституции все решает президент. Значит, снова революция в 2015-м. И все, кто ругается, в принципе, через года полтора объединятся в оппозицию. Но половине из нас уже сейчас никто не импонирует. Борьба за абсолютную власть to be continued. Перемены, они к лучшему не всегда. Хотя наши люди уже привыкли ко всему. Справедливой, как раньше, Россия не будет никогда. Теперь подробнее об этом и почему. 8 отказников, потом скандал с Гудковым, лишение слова депутата Пономарева. Теперь вот Родина и партия пенсионеров открыто объявили, что они больше не эсеры. Договор порвали прямо при журналистах. Теряет свой авторитет господин Миронов. Этот порыв, он един. И он неистов, а главное, соответствует нашим законам. Что будет дальше, интересно, ведь это лишь начало. Задействованы спецслужбы и генералы, суды там и профильные комитеты. Была хоть какая-то оппозиция, теперь ее нету. 2500 судебных заседаний, на адвокатов 200 миллионов евро. Сильвио Берлускони уже судили ранее, но обвинительный приговор для него первый. Дело об уклонении от уплаты налогов стало для Сильвио неподъемной ношей. Возможно, и сейчас не судили бы строго, если бы не багаж судебных дел в прошлом. Покупка прав на показ американских фильмов, продажа этих прав кинотеатрам Италии. Разница в цене, доход вполне стабильный. Разницу Сильвио клал на счета в Швейцарии и Багамских островах, чтобы обеспечить беспечную старость. Но, как говорится, увы и ах, не таким безоблачным небо оказалось. Один год лишения свободы, это вместо 4 первоначальных. И вряд ли будет в местах не столь отдаленных. Бунга-бунга, вечеринки, бассейны, пальмы. Не будет рядом и Николь Минетти. Зато продолжат разбираться судьи. Была ли половая связь с несовершеннолетней марокканской танцовщицей Руби? Но будет на свободе Берлускони, пока не используют право на амнистию. Выплатит штраф 10 миллионов и будет наслаждаться свободной жизнью. Другое дело, семеро ученых, что не смогли предсказать землетрясение, пополнили собою ряд заключенных. Такое суд Италии
вынес решение. Лишение свободы сроком 6 лет. 6 лет при том, что прокурор просил 4. И никаких амнистий у ученых нет. Судья сказал виновны, и дело закрыли.